Игорь Гамулов, главный тренер сборной Африки. Проиграли сегодня 0-2. В прошлом матче было 1-4. Разница стала лучше, но все равно поражение. Почему так получилось? На повышение пошли, да? 4, сейчас 2, следующий может 1. Но еще раз говорю, здесь люди собрались, африканские футболисты, которые никогда, наверное, не играли на большом поле. Они не знают даже, что такое 11 на 11 играть. Они привыкли в студенческих своих вузах, играли в коробках, ковырялись там. А футбол 11 на 11 – совершенно другая игра. И видно, что не получается у них этого. Сразу видно. Так что ничего страшного нет. Это же, еще раз говорю, самое главное – участие. Мы поучаствовали, пообщались, поздоровались. Посмеялись. 11. Несколько, много замен сегодня было. Почти всю команду поменяли. Вы определились со стартом, составом на решающий матч за пятое место? Да, мы определились. Все 20. Они все одинаковые. Можно ставить, глаза закрывать и ставить. Так что тут никакого определения нет. Еще раз говорю. Просто если проводить... Ну, это турнир... Нет, не среди любителей даже, а просто среди людей, которые играют в футбол на улице. Это у нас вот такие ребята собрались, которые, ну, я еще раз повторяюсь, они не понимают, что такое футбол 11, за исключением двух, там, трех человек. Потому что даже свободные разыгрывают, они не знают, что надо мяч со штрафной, чтобы вышел. Вратарь от ворот выбивает, они выходят, делают, стоят, говорят, кричат, не игры. Ну, это такие моменты. Просто так они, да, смешно. А так просто радостно, весело, в раздевалке весело. Возьмем сейчас эти, как они, гудзолы, как? Музелы. Музелы сейчас на следующую игру принесем, так что все будет хорошо. Спасибо. Удачи.